Nice shot.
patrol. Мяу, мяу, слышишь? Мяу, слышишь? А, она не слышит. Ты слышишь? Лешка, как дела? Каток понабежит дохуя. А, надо не встать. Мне надо, кстати, этот текст сделать, мяу. Сейчас, секунду. Тебе надо киску своровать. Вон третий снизу. А, еще вот киска, да? Адепт. Чао. Ой-ой-ой-ой-ой, на как я на руку подписан, она просто уф, уф, уф. Я уже своровал ее киску, она пока это моргала, я уже все, она я. Так что, пацаны, не музыки. Позвоните, кайф еще понаделаете. Слева суть стоит. Там кайф уже виртуальный будет. Скинет, блин. Ну я суй. Все. А я. Я просто тебе втюрилась. Трескалась. Кражалась. Потеряла голову. На мои фотки залетает. Верхние замки есть. Шорт тоже есть. Тоже. Бомба-лонг. Один мид. О, здорово! Вы знаете, что я художник рисования? О, да. И что рисуешь? Пиписьки. Ну, это все могут. Красивые хоть? Конечно. Да, я просто посижу. Вены прорисовываешь. Да, нет. Некрасивых писек не бывает дальше. Я вены, волосы, каждый день, все. А он кушал. Разные, это и то по настроению бывает. Ну, в джунгле клематься-то лучше. Я промахнулся. Почему? Ай, хорош. Я один занимался. Можно сказать, я один играл в этом раунде. Спанч Боб, год за тебя. Краснею. АЛПН нужно кому? Где ты? А, вот. Thank you. Блин, мне ножку дали. Хочешь? Блин. Пацаны, что бы вы делали, если не я? Я люблю... да. Чё, на метро? На Б? Что, где, как происходит? Алло? Нимфы нету, я ничего не знаю. Адепт, ну ты, конечно, дизлайк.
Б, на Б идите. Что-то я в этой игре вообще нихуя не могу сделать. Старичка тоже, да? Это Б тоже. Простите, пожалуйста. КТ, КТ у вас читер. КТ у вас читер. Нам похуй. АФК стоит уже второй раунд. Давайте кликнем все. Все, мы кикнули читера. Вонг идут, вонг, много флешек прилетело. Эй, ну что ты делаешь? Ну я килл упала. А вы так не можете. Все, вы ты не можешь так. Я в спину не попал. Будь здоров. Да, великолепно. Что пошли? Верхний. Так, мама меня. Ну. Я прыгаю в прыжке по. Адепта, как тебя зовут? Меня Кира. Как? Кира. Кира. Пацаны, меняю. Вы мне, короче, скины, а я. А я Л. Твоя. Подходите. Я вам кейсы, вы мне скины. Дай просто тебе тебе. У тебя у. Ты слышишь на бой. Ой, с этого. Спам. Хочешь, чел? Кто хочет? Держи 63. Я хочу, чтобы ты нашел папину карточку, желательно платиновую там. Чел, слишком жестко. Да ладно, нормально, что я ему подарок куплю охуенный. А. Это что? Знаешь потом, куда подарок будешь заставлять? Мам! Где дом сразу же? Я знаю откуда. Из Марокко. Ну подай, обещал. Или из Монако. Ну как мне? Монако не выдают. Иерусалим не выдают евреев своих. Вообще ни в одну страну, в Америку не выдают. Хочу, чтобы Спанч Боб поиграл за нас. Блин, вообще, его родителям огромный дизлайк, потому что его сын играет в КС-очку. Дизлайк? Почему? Он же нормальный, круто. Да нет. Ничего страшного, в свое время мы же тоже хотели играть. Я спичку только. Не надо туда идти. Не надо. Сказал же, не надо. Я тебя спас? Кого я спас? Кого я спас? Ладно. Это один. Это там есть. Говоришь, что? Ты у меня хочешь киску вырезать и сорвать? Обязание сделать. Мне как раз не пойдет. Меня убили. Мстите. Уходи оттуда, этот, уходи. Бомба здесь. У тебя СМР, чтобы... Ну я понял, все равно уходи. Чё-то один был. Лучше смотри мид.
У меня теперь решот. Решил а у меня на лице камшот. Нижний. Блин, давайте кикнем СМРщика, я не люблю СМР. Мы должны за Киру отомстить по его железу. Нижняя. Нижняя. О, на респе сидит. Знаешь, когда человек поет? На суициде? Да, он на суициде. Человек поет в двух случаях. Боже, Тимур, типа... Когда ему письку режет, когда ему не весело. Когда он влюблен, ему хорошо. И когда он умственный парень. Только в этих случаях человек поет. А певцы что, влюблённые? Я познание не влюбилась. Я сдалась. Красалась. О-о-о. Потеряла голову. Верхний тёмка. Нижняя тёмка один. А, я ухожу, мне не надо это. Мне не надо проблем. Я этому Гайлу прическу подровнял. АВП патроном. Магмой чисто. Просто чему надо. Только, блядь, сидеть там и умереть. Это надо же было такое так сделать. Чел гений. А чё случилось? Да в это в коробке там сидел один. Сидел в конце я умер. Тебе не шашлык. Блять, это чужой, сука. Давай я зайду. Че ты пойдешь? Машины был. Ну смотри, как получается. У каждого свой путь на этот счет, но там ничего запрещенного нету. Что, кошек воровать? Да, кошек воровать, ничего запрещенного нету, просто. Да, нормально. Да. Гадка, типа, он умеет стрелять, или нет. Да не, делал, надо было намаз сделать. Я тоже сейчас перну, потом прикольно. Почистил.
Блин, учитывая, что я постоянно здесь смотрю, и я удивляюсь, как я на третьем месте. Давай. Оо, просто душечка. Стой, у вас же одна тема, что я духа. Душечка. Да. Ладно, я беру назад свою. Пострел. Нифига ты. Да не, если она сейчас выиграет, я икуни сделаю. Ну, блин. Блин. Такой шанс пропустила. Лохушка. В натуре, давайте я кикнем. Не-не-не, я этот... Я тут хвалю тебя, короче, всей надеждой верю, что... Можно кикнуть. Один защитник твой. Короче, так, я вот здесь стою, вот здесь, вот так, смотрю туда, и все. Отсюда никто не пройдет. Всем. А пойнт под надежной защитой. Верхний тёмка. Нихуя их там. Я хотел более кислить. У него 4. Ладно, я пойду, наверное. Ай, хорош. Вовремя, вовремя поддержка ушла. Кикните хаус, у него 4, пацаны. Поддержка. Как это мило. Хаус, кикните, это так мило прозвучало. Нет, зря ты это сделал. Ой, зря ты это сделал. Хаус. Оу. Как зовут-то? Саид. Саид? А, да. Перед нас тут живут? Ну да, вы еще на туре сидите, мой на мид, приходите и смотрите его с ОВП. Четверо человека смотрят. Там много. Нижняя мусорка, прикинь, тебе. Нижняя тёмка. Вот что такое? Муртазалевич. А, Муртазалевич? Да ладно, а тебе это Путин сказал, да, на конференции? Да, на конференции. Ебать. Прошел, Мид. Какие-то страшные звуки, страшные становятся. Круто. Так, смотри, накидываю. На нож, давайте на нож. Смотри, накинул. И пошла жара. Да блин. Чего вот он слева. Ай, великолепно. Зря предложил нож, ладно, это было лишнее. Нас двое. Давай минуту просто побегаем. Да что-то он прям дает жестко нахуй. Ну да, целом. А на шорт пошел. Не, сейчас его снимет, хаус. А что думаешь?
звук.